Іринко, а наступна рубрика наша – це сімейна справа. І кожна наша рубрика в сімейній справі – це натхнення, любов і нові знайомства. Сьогодні ми знайомимо наших телеглядачів із дивовижною, талановитою Юлією Бояриною. Юля – щаслива мама і дружина. Розповідає нам про фотографію та прикраси на дротяній основі, про домашній затишок та улюблені заняття і світлі мрії. Отже, запрошуємо нас, телеглядачів, передивитися сімейну справу із Юлією. Сім'я у мене маленька, але любима, така, наверное, яку я мечтала. У мене замечательний син, замечательний муж, не проходить, наверное, ни дня, что я не благодарю Бога, судьбу, что он мне дал таких моих мальчиков. Сын Тимофей очень активный, живой ребенок. Он обожает играть, прыгать, бегать. Он очень активный, он очень непоседливый. Он любит играть в шахматы. Он любознательный, любит всякие такие научные книжки. Ще в дитинстві Юлія з подружкою почала робити фотографії на радянській техніці. Був задум знімати фільми. Юні режисери навіть створили кілька дитячих шедеврів, але плівки не збереглися. Пізніше Юлія закінчила університет за фахом художник-майстер-викладач ужиткового мистецтва. Там і залишилась працювати. Та через пару років стала офісним працівником. Але весь цей час наша героїня шукала себе у творчості, адже його їй так не вистачало. І навіть ремонт у квартирі був направлений в творче русло. Там делали ремонт, значит, нам не было полностью там придумать весь там дизайн. Вот здесь там видели у меня мебель, все это как бы делал мой муж сам. Но дизайн придумывала я, рисовала все проекты. Вот еще Тима был совсем маленький, он тут помогал. Должно быть вдохновение, какой-то или человек тебя вот к чему-то должен привести, подтолкнуть, или вот с кем-то ты пообщался, где-то что-то увидел и пришел к тому, что а чего бы и не попробовать. Вот со мной, наверное, так случилось. Поштовхом для нового етапу творчості стало власне весілля Юлії та Романа. Всю організацію свята дівчина взяла на себе, у тому числі і вибір фотографа. После общения с фотографом, после того, как я посмотрела, как он работает со мной же, не знаю, я так загорелась, мне хотелось оказаться по ту сторону объектива. Год еще. Я же не сразу купила фотоаппарат, а целый год я еще шла к тому, что я должна его купить. Ну и не просто шла к тому, я в это время обучалась. Началось с того, что мы вместе как-то пошли, взяли мою камеру, она полупрофессиональная, цифровая и даже не зеркальная. И мы с ней пошли вместе в клуб, взяли наших детей, и Юля начала снимать. И у нее очень хорошо получилось. Мне понравилось, я старалась ее подбодрить, и с тех пор она начала заниматься фотографией. Наша героиня почала фотографувати сина Тимофія. Незабутні моменти його дитинства, садок, перший клас. Згодом з'явились і нові бажаючі – друзі сина та рідні. Ось це моя подруга Поліна. Та говорить, що я на ній буду жениться. А ти що по цьому поводу думаєш? Не, я думаю, не обов'язково на ній жениться. У своїй роботі фотографа Юля не використовує постановки, а любить, коли люди живуть в кадрі, спілкуються між собою, виявляють почуття та просто весело проводять час. Я люблю знімати людей, я люблю знімати дітей, однозначно. Я люблю знімати влюблені пари. Мені подобається така душевна, тепла, звичайна. Там, де чоловік, залишається чоловіком з собою. Головним помічником мами фотографа став син Тимофій. Особливо часто хлопчик допомагає, коли Юля фотографує діток. Я допомагала привлекати дітей, які фотографували ми. І щоб приносили, сипали їм в ручки муку. Или сам сыпал муку, или хлопал с мукой в руках, или подкидывал ее. Ще одним незвичним заняттям дівчини стало виготовлення авторських прикрас зі срібла, міді і натуральних каменів. На виготовлення таких прикрас надихнуло знайомство через інтернет. Юля почала спілкування з дівчиною, яка робила прикраси в стилі wire wrap, що означає кручення з проволоки.
Она очень так великодушно мне рассказала, как она это делает. Ну, рассказала вот такие какие-то нюансы, которые я могла там долго-долго искать, ковыряться в интернете. Перше замовлення стало найбільш незвичним. Співробітник Юлії замовив для рідних жінок прикраси. І от я таку зробила яблучна ветка, ветка яблуні називалася, та украшення. Вот мне оно запомнилось. Мне бы даже хотелось его попытаться вот повторить для себя, ну, хотя бы приблизительно в таком ракурсе. Головну роль у творчому становленні Юлії зіграв чоловік. Він підтримав не тільки словами, але й справами. Після роботи Роман разом з сином купували продукти та готували вечерю. Готовили, коли я приходила з роботи. Вообще уже був стол накрит. Це просто ідеальна ситуація. Стол накрит. Звісно, на мені була уборка. Вот, но готовка это была на мужа. Ну, просто ему и нравится это, и у меня освобождалось время для того, чтобы хотя бы какой-то период я сама развивалась, самообразовывалась. То есть для этого тоже нужно время. Цей рік видався важким для родини Боярених. Чоловік став на захист не лише сім'ї, але й країни. І в цей же час син Тимофій пішов у перший клас. Але навіть на передовій своїми дзвінками Роман підтримує сина та дружину. Так получилось с нашей ситуацией в стране. Он сейчас служит в армии, находится в зоне АТО. Уже почти год. Юля любить відпочивати в колі сім'ї, подорожувати зі своїми чоловіками. Мріє, щоб життя дозволяло рухатися вперед. І багато чому вчиться у свого маленького сина Тимофія. Как-то вот он я вот ему завидую, но он настолько как-то проще смотрит на проблемы. А вот для него они не кажутся такими проблемами. Даже когда у него какие-то проблемы, я переживаю за себя и за него. А он не переживает так сильно. И, возможно, он правильно делает. Я вот вообще думаю, что он вообще правильно делает. Она красивая, она много хорошего придумывает. Я ее сильно-сильно люблю. Прямо сейчас поцелую. Переглянули цей чудовий сюжет, мені дуже сподобалося. Дуже цікавий сюжет, і наша гостя вже тут у нас. Юлія Боярина, фотограф, так? Доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. Юлічка, дякую, що завітала. Сьогодні ми будемо говорити про фотосесії. За вікном на календарі у нас осінь, а як ми знаємо, осінь – це золота пора для фотосесій, так? Тому що сама природа створює приголомшливий фон для того, щоб робити фотографії. І сьогодні ми про це будемо говорити. Хочемо так? дізнатися, яка ж, як правильно фотографувати саме в цю пору року. Ну, скажем так, у природы нет плохой погоды, и осень нам действительно, как вы правильно сказали, дарит неимоверную палитру красок и является живым фоном для чудесных, теплых фотосессий. Я часто слышу, что даже говорят вот в разговоре, прошло лето, я так хотела сделать фотосессию и не успела. А что же делать? Впереди осень, и она прекрасна, поэтому, на мой взгляд, осенние фотосессии, возможно, чем-то даже и в преимуществе перед летними, потому что солнышко уже не так жжет, и лучики уже не такие жесткие для света, то есть свет более мягкий, и, естественно, это очень благоприятно сказывается на результате, то есть на фотосессии. Можно, то есть не нужно отказывать себе, и нужно собраться и сделать осеннюю теплую фотосессию. Юлечка, а у вас какие-то есть правила от осенней фотосессии? Будь ласка, озвучьте их. Ну, я не сказала бы как бы о правилах, я бы могла рассказать о преимуществах вот именно фотосессии. Давайте, да. Вот это поговорим. Как бы первое, это то, что мы сказали, что таких красок мы в другое время года не найдем. От ярких, сочных до монохромных и пастельных тонов. Это первое. Второе, естественно, уже действительно нет такой... Ось ми, да, я трішки переб'ю, бачимо з вами, нам режисери включили фотокартки, це ваші роботи, так? Да. Давайте ми їх трішечки зупинимося і будемо коментувати. Вот один із прикладів осінньої фотосесії. Посмотрите, які вот яркі тона, яркі краски. Вот, ми в дальнейшому поговорим о том, як подобрати одежду для фотосесії. Я вам более подробно розкажу, які там нюанси. Видите, как насколько вот теплое солнышко, насколько, возможно, да, это вот тоже осеннее. Посмотрите, какие цвета. Так, дуже дивовижні кольори.
Така, як, навіть як картина. Угу, на картину схоже. Ось дітки, так? Да, Віті использують аксесуари, літом таку шапочку і не одінеш. Так, о, це вже портрет, бачимо, ну, такий не портрет, а вже не пейзаж, а фотографія людини, так? Скажіть, а що слід враховувати от, при зйомці, зокрема, осіннього пейзажу? Як готуватися, як от, моделям? Так. Прежде чем, конечно, прийти на фотосессию, нужно подготовиться и морально, и физически. Морально нужно подготовиться к тому, что это интересное приключение. Это нужно подготовить себя и семью. То есть, если это семейная фотосессия, обязательно нужно рассказать деткам, потому что у нас будет такое интересное приключение, что мы поедем, побываем там или здесь, мы увидим то-то или то-то, чтобы для детей это не было как бы такая рутинная какая-то работа, чтобы они этого ожидали. Естественно, желательно поговорить и с мужем, потому что зачастую на фотосессии стремятся девочки попасть, жены, мамы, а папы, как говорится, ну, привезли, посадили, я тут посижу. А их треба залучати, так? Обязательно, обязательно. Нужно привлекать и папу, и когда с папой фотограф находит контакт, то фотосессия удалась, однозначно. Поэтому я говорю о том, что нужно желательно встретиться с фотографом до фотосессии. Это очень благотворно влияет. То есть мы пообщаемся с клиентом, я посмотрю, угу, что им нравится. Они мне предлагают какие-то варианты, может быть, даже показывают какие-то работы, которые им нравятся просто. И вот они хотели бы что-то в таком вот стиле снять. Потом мы подбираем образы. Возможно, придумаем какую-то как бы историю. Uh-huh. Фотосессию можно снять как бы постановочную, какую-то вот живую. А можно снять как бы историю. Даже делается раскадровка, и по кадрам отснимается вот эта вот сказка семейная. Скажіть, ось вирішились ми на фотосессию. Спочатку обираємо, що місце, де фотографуватися, де можна сфотографуватися осінь. Да, мы выбираем, вот согласно тому образу, который мы подобрали, мы подбираем, естественно, и локацию, и одежду, и макияж, где можно сфотографироваться осенью. Естественно, это лес, парк, там, где много листвы. Это можно и городской пейзаж, естественно, у нас зеленый город, то есть осенью он будет очень красивым, и тоже ярким, и пестрым. В зависимости от тематики подбирается, конечно, Николаев не такой богатый на локации, но в любом случае можно найти. Все равно является главным это человек, и главным являются эмоции. Естественно, природа просто фон. Юлечка, а ось ми говорили про сонячну погоду, а якщо, наприклад, йде дощ, можна проводити фотосесію в дощову погоду? І яка особливість такої фотосесії? Якщо йде дощ, такий серйозний, то, звісно, ні один фотограф не стане ризикувати своєю апаратурою, доволі-таки дорогостоящей, щоб знімати на дожді. Да і самі клієнти не захотять просто мокнути під осінним, уже прохладним дождем. Поэтому, если, к примеру, речь идет о свадебной фотосессии, которую невозможно перенести, то ее переносят, естественно, в какие-то кафе, рестораны у нас есть в Николаеве. Если эта фотосессия не свадебная, просто переносим на другой день, выбираем более теплый, солнечный или даже не солнечный, но не дождливый. Давайте трішечки зупинимось на підборі одягу, розставимо деякі такі крапочки. Отож, на що слід звертати увагу при виборі одягу для осінньої фотосесії? Да, при виборі одежди именно для осінньої фотосесії є некоторі нюанси. Оскільки вокруг нас дуже яркий, пестрий фон, наша задача з ним не слитися. Поэтому мы уходим от каких-то горчичных, коричневых, теплых, желтых цветов и подбираем более контрастные, глубокие оттенки из холодной гаммы. Это могут быть и фиолетовые, зеленые, такие бутылочные, голубые, черный, белый хорошо смотрится. Моим любимым сочетанием это является, посмотрите, вот ваша чашечка, синяя одежда и естественный такой теплый оранжевый фон. Тобто мы в лучшую, да, підібрали? Очень хорошо. Якраз до осінньої фотосесії. Да. Очень красиво смотрится, вот, к примеру, одежда однотонная, какой-то яркий аксессуар. Вот если вы видели, там Тимофей мой был сфотографирован, да, у него такое пальтишко было вроде как бы и в тон фона, но у него был очень такой яркий сочный шарф. Вот этим вот разбавили, можно так сказать. Какой-то можно аксессуар из украшений, тоже яркий, привлекающий внимание. Какие-то, может быть, шарфы с принтами, возможно, там какие-то береты, шапочки. Все это очень хорошо смотрится.
Юля, а для осінньої фотосесії якісь є пози, яка модель має використовувати? Чи це все ж таки залежить від людини, як вона розкута перед камерою? Да, однозначно залежить від того чоловіка, як він себе почуває, як він себе веде. Ну, я не дуже люблю вот, позуючі фотосесії. Звісно, коли чоловік зовсім уже не знає, що йому робити, ми намагаємося, я намагаюся посадити, поставити, сказати, куди дивитися. Ну, я стремлюсь к тому, чтобы люди в кадре просто жили, просто общались между собой, смеялись. Поэтому часто используем какие-то вот аксессуары для фотосессии. Берем, к примеру, делаем пикник. Семья просто на пикнике. Они друг друга кормят, они друг друга, они там открывают бутылку шампанского. Не звертаючи увагу, так? Да, да, не обращая внимания. Я точно так же говорю, что меня здесь нет. Вы просто отдыхаете, вы просто наслаждаетесь. И пытаюсь поймать вот эти вот душевные, искренние моменты. Юля, а у вас были на фотосессии такие выпадки, что зажалась модель ваша и не может расслабиться? Конечно, были. Так встречается часто. Вот помогает то, что мы встречаемся до фотосессии с моделью. То есть на фотосессии модель уже меня знает и каким-то образом доверяет. Желательно встретиться, выпить чашечку кофе, поболтать даже не про фотосессию, а просто про жизнь. И человек уже к тебе более предрасположен и доверяет. На фотосессии, да, какое-то время, я всегда говорю, что первые полчаса можно делать вид, что фотографируешь. Первые полчаса люди только привыкают к тому, что их фотографируют, что идут щелчки. После этого они расслабляются, и уже идет лучшая работа. Скажите, пожалуйста, а фотография можно передать психологичный портрет модели? Конечно. Очень хороший фотограф, всегда пообщавшись с моделью почувствует, прочувствует саму модель, ее характер, ее настроение и передаст фотографией то, что творится внутренний мир, то есть человека. Это очень хороший фотограф. Ну, конечно, нужно прочувствовать модель, и просто придя на фотосессию первый раз в виде человека, это довольно-таки тяжело сделать. Мабуть, фотограф має бути трішечки психологом. Да, правильно, безумовно. Конечно. Я знов-таки продовжую тему, от про одяг ми поговорили, про макіяж для осінньої фотосесії. Я бы сказала, что я предпочитаю профессиональный макияж. Все-таки профессионалы своего дела недаром зарабатывают свой хлеб. Тем более они используют профессиональную косметику, которая не подведет в какой-то момент, там, где, если, может быть, жарко, не потечет. Это первое. Во-вторых, они вместе с фотографом и моделью обсуждают, к примеру, какой-то образ и создают именно образ. Не каждый человек мог бы, да, создать образ, накрасить себя вот так вот, как задуман. Конечно, если есть люди, которые доверяют себе, и можно обойтись собственными силами, но для осенней фотосессии, чтобы я посоветовала, не переборщить, как говорится, с красками, выбрать более спокойные тона, естественные, и разве что акцент какой-то можно там на губах, вот красную помаду, если там есть какие-то детали красные, то есть вот таким образом выйти из положения. А є сьогодні якісь ще ідеї? От давайте зазначимо, можна сфотографуватися в парку осінню, так? Де ще там? Попідкидувати листя да, можна? Смотрите, вот, одно із ще преимуществ осінньої фотосесії. Вокруг нас дуже багато дарів природы, даров осени. Это яблоки, груши, фрукты, то есть арбузы, тыквы, грибы. Фотография натюрморта. Это не совсем, как бы, да, фотография натюрморта, это, знаешь, как бы детали, плюс люди, они взаимодействуют, к примеру, с другом. Но это может быть послужить тематикой фотосессии. Вот, к примеру, арбузная фотосессия, когда разрезают арбуз, дети улыбкой едят эти красные арбузы, держат их в руках. То есть это уже как бы тематическая фотосессия. Или, к примеру, по грибы. Пошли с корзинками по грибы, на опушке леса сделали пикник. Вот такой вот прогулка по лесу. То есть вот уже послужило, какой-то аксессуар послужил темой фотосессии. Отож, давайте трішки підсумуємо. Дайте поради, як все ж таки підготуватися, налаштуватися на осінню фотосесію. Там, не боятися, бути більш розкутими, тобто такі етапи підготовки. Подготовиться, как я еще говорила, нужно настроить себя, воспринимать фотосессию как какое-то важное событие, то есть не это запланировать это выходной день, чтобы вся семья была свободна. Не напланировать себе на утро кучу дел, сходить на рынок, по магазинам, а потом, ну, и там заскочу на фотосессию. То есть нужно так настроиться. Так это не делается, да. Нужно настроиться, нужно ожидать этого момента. Когда это будет праздник, то настроение будет отличное, и это отразится на фотографиях. Другой момент тоже хочу сказать, что работают
всегда двое, то есть фотограф и модель, можно сказать, 50 на 50. То есть если модель открыта и работает, то есть результат превосходный. Еще говорю о том, что нужно подобрать гардероб. Да, каждый скажет, ну, у меня там чего-то нет. Возможно, вы привезли из каких-нибудь летних путешествий какие-то наряды, новое платье, и пока еще осень теплая, по-летнему теплая, можно их прогулять, так можно выгулять. Возможно, вы там ездили в Италию, привезли какие-нибудь сапожки, да? Почему бы не застосувати их? Почему бы не выгулять эти итальянские сапожки, да, и в каком-нибудь тандеме с летним сарафаном, что лето нам не позволит выйти, да, в сарафане и сапожках. Так поеднати, да, такие, значит, непоєднувані речі. Да, а осень нам позволяет какая-нибудь ковбойская шляпа, да, сарафан, сапожки. Отже, наші телеглядачі можуть собі такі помітити деякі нюанси і зазначити, що вони теж можуть долучитись до осінньої фотосесії. Юлія, а чи можете ви нам продемонструвати результати своєї роботи? Де їх потім можна буде переглянути? Ось прийшла фотосесія. Це просто фотокартки будуть, якими, як це буде виглядати? Є, якби, варіанти. Коли я, звісно, всі фотографії я віддаю на носитель. Тобто, і можна розпечатати якесь кількість. Ну, от я вам покажу, якби, найпростий варіант. Самый эконом такой, это фотокнига. Можно заказать свою фотосессию в фотокниге. Мати свою фотокнигу потом. Да. Во-первых, она очень удобна. Посмотрите. Такая фотокнига. Это книга моего сына Тимофея из детского садика. Угу. Ой, какие чудовые фотокартки, да? То есть вот вся фотосессия собрана в одной фотокниге. Фотокниги, они очень бывают разные. Это как бы самый такой эконом вариант. Есть в кожаных переплетах или заменители кожи. Разные есть форматы, разные страницы, то есть как бы разного, да, разного качества. Это очень удобно. На компьютере, да, это хорошо. Можно в соцсети выгрузить фотографии, но как же бабушке показать? То, а привезти, да. Похвастатись, да. Скажіть, я, от, наприклад, полюбляю ще чорно-білі фотокартки. Ось є в мене таке чусь прихильництво. Чи допустимо чорно-біле фото в осінній фотосесії? Да, я часто использую, например, фотосессию делаю, какое-то количество фотографий, да, но у меня есть несколько фотографий, которые я все равно сделаю в чорно-білій гамме. Какая-то фотография, смотришь на нее, и ты видишь, что в черно-белом она могла, была бы выгоднее. Чому? От яка різниця між кольоровим фото і чорно-білим? В черно-белой фотографии больше акцент, то есть убирается у нас восприятие цвета. Мы полностью отключаем свое внимание от цвета и направляем его только на тот объект, который мы хотели бы показать на фотографии, если это человек, то есть на него. Обычно вот черно-белые фотографии используют, когда какая-то вот она эмоциональная, и нужно эту эмоцию подчеркнуть. Очень, да, может быть. Да, да. То есть как бы отвлечь внимание, даже вот как вы правильно говорите, да, вот крупным планом глаза, женщина, да, там, или какая-то здесь слеза застывшая в глазах. Вот мы делаем ее черно-белой, чтобы убрать там цвет макияжа, там, да, к примеру, красные губы, а вот оставляем только внимание на вот этих глазах. Як вот передається психологічний портрет саме через чорно-білу фотографію, чи кольорові теж можуть передати? Да, ну, я думаю, що тут нельзя так сказати, що чорно-біла тільки передає цвітна, а передають фотографії. Можна і чорно-білу зробити, ну, як би, можна сказати, такою пустою, беземоціональною, правильно? Главное спіймати емоцію чоловіка. Там вже вона може смотреться і в чорно-білу, і в цвітну, і хорошо. Юлечка, дякуємо вам за такі гарні поради, адже наші телеглядачі можуть теж занотувати собі деякі аспекти і теж долучитись до осінньої фотосесії. Дякуємо вам. Приходьте до нас ще, а ви, шановні телеглядачі, фотографуйтеся. Для цього є прекрасний шанс. Погода нам його дарує.